точки зрения каких-то угроз личного характера, то у меня они перманентные, они поступают, угрозы убийства, похищения. Это десятки уже случаев, и Darknet, выставление моей жизни за определенную сумму средств, сколько стоит моя жизнь, ну, она была оценена в 30 тысяч евро. Ни много, ни мало, но 30 тысяч евро, да? Когда-то Лукашенко сам сказал, что я тебя задушу собственными руками, если ты меня предашь. Ну, для него это, он рассматривает это как предательство личное. Я говорю о том, что я сделал правильный выбор, потому что я поддержал выбор белорусов и выступил против насилия, беспредела, так же, как и господин Стопович. То есть это очень, мне кажется, важно как раз-таки через эти примеры показывать. И чиновники должны идти этой дорогой. Только так мы можем сломать эту систему. Если чиновники будут вокруг Лукашенко сидеть и бояться, ну тогда система будет монолитна.